Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Никита. Сейчас я присутствую на нашем объекте. Мы закончили наш очередной каркасный дом. Это проект DD10. Ссылочка на проект будет в описании. Вот такой вот красавчик у нас получился. Ярко-голубой сайдинг, серая кровля. Очень даже неплохое сочетание, как по мне. Сейчас давайте вокруг покажу вам. Сделаю краткий обзор дома. Вот у нас здесь вот такое крыльцо. Здесь вот уклон получился, поэтому лестница у нас вот такая вот вышла. С таким количеством ступеней. Водосточная система. Трубы вывели в ту сторону, чтобы они на главном фасаде не брали себе на себя внимание. Не привлекали внимания. Так, здесь у нас выходит труба дымохода. Также мы монтировали печь внутри дома. Вот таким образом это все сделано. Лист минерита, естественно, все изолировано базальтовой ватой и промазано герметиком жаропрочным. Ну и как всегда у нас, естественно, вентиляционные решетки для вентиляции подкрыльного пространства. Здесь вот такая панорама. Софиты с перфорацией, отливчики на окнах, все как полагается. Мы раньше строили проекты такого плана по этой модели. У нас была деревянная отделка, дома из брус, то есть из бруса были такие проекты. Вот, а в этот раз у нас он в сайдинге. Заказчик выбрал в качестве отделки сайдинг. Это достаточно хорошее решение в том плане, что его не нужно красить. Если где-то он испачкался, его достаточно помыть и все. Весь дом, соответственно, у нас обшит ОСБ плитами. По ОСБ плитам идет ветрозащита. Сейчас покажу подальше, немножечко отойду кровлю. Вот у нас вот такая вот кровля серенькая и голубой сайдинг. Ну, как по мне, отличное сочетание цвета и материалов. Так, ну и как обычно у нас одеваем бахилы, чтобы не испачкать пол внутри дома. Так, бахилы на ногах, камера в руке, и заходим потихонечку на крыльцо. Вот такого плана у нас здесь ограждение, выполненное строганной доски. Вот такая вот хорошая входная дверь. Здесь у нас плита МДФ с такой вот декоративной отделкой. Так, еще раз снимем крыльцо. Так, вот мы заходим, получается, у нас тамбур здесь такой небольшой. Есть небольшое окошечко. Без окна здесь, конечно, будет темновато, поэтому по проекту здесь идет небольшое окно. Оно добавляет нам освещение в тамбуре. А здесь у нас получается вот такая вот прихожая, гостиная. Вот такая вот у нас печь. Заказчик приобрел, мы установили. Все
все, соответственно, выложено плитами минерита. Сделан зазор от стены. На таких проставочках. Вот такой план. Вот такой вот панорамный вид данного помещения. За счет большого количества окон здесь достаточно светло. Хотя вот сейчас погода пасмурная, и в принципе света вполне достаточно. Здесь у нас еще одно помещение вот такого плана. Здесь у нас получается санузел. Также окошечко есть. Но здесь оно больше играет функцию проветривания. Что света. С той стороны еще лес. Тут немного будет света тут. Вот. И с большим окном еще вот такая вот комната получается. Вот такие вот у нас подоконники. Откосы. Вот такого плана внутренняя отделка дома. Ну вот такой вот у нас получился дачный дом с утеплением на 150. Я думаю, заказчик будет прекрасно проводить время на своем участке, живя в построенном нами доме. Ну а с вами был Никита. Подписывайтесь на наш канал, следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. Там мы выкладываем более актуальные новости и более оперативно. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока.